Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас очень-очень-очень-очень много запрашиваемая, наверное, уже, миллион раз как минимум, тренировка на грудь, как подтянуть грудь и укрепить мышцы в каждой части груди. Значит, здесь будет два комплекса, которые вы будете должны чередовать. А также у меня для вас небольшой сюрприз. Мы делаем эту тренировку совместно с еще одним тренером, просто потрясающим тренером. Это очень-очень красивая девушка из Эстонии, ее зовут Оксана. Она просто обожает здоровый образ жизни, она тренер и человек, который обожает стоять на руках. Значит, я вам поставлю ссылочку вот здесь наверху на ее канал. Она также будет делать тренировку на грудь. Всего у нас получается 3 комплекса, и вы будете чередовать все эти 3 комплекса. Значит, в моих комплексах мы будем использовать вот такой вот фитбол. Это мы будем использовать во второй части комплекса, во втором комплексе. А также парочку вот таких вот гантелек. Они у меня по 5 паундов или 2,5 килограмма. Вы можете использовать даже немножечко меньше. Эти упражнения вам покажутся, может быть, немножечко странными, но, как вы знаете, самые странные упражнения всегда самые эффективные. Здесь мы будем прорабатывать все стороны груди, чтобы ваши мышцы действительно поднялись и укрепились. Вы где-то начнете видеть уже разницу, как поднимется ваша грудь, это буквально через 2 недели. Значит, все комплексы, как мой комплекс, так и комплекс Оксаны, вы будете чередовать. Вы будете делать 3, потом вы будете отдыхать 1 день, потом будете повторять еще раз 3, и потом будете отдыхать 1 день. Так что давайте приступим к самим комплексам. Для первого комплекса и тренировки на грудь мы будем использовать вот такие вот гантельки. У меня они по 5 паундов, либо 2,5 килограмма. Конечно же, начинать вы можете с такими, но со временем я вам рекомендую немножечко повысить ваши гантельки. Значит, здесь будет 5 упражнений, и вместе со мной вы будете повторять целый круг, но потом вы должны выполнить 2 таких круга. То есть сейчас я вам быстренько объясню, как будет идти каждое упражнение, потом мы приступим. Первое упражнение – это будет вот такое вот соединение гантель. Вы будете соединять гантели так, и вы будете сжимать ваши грудные мышцы. Потом мы будем повторять то же самое на другую сторону. И вы должны видеть, как ваши грудные мышцы работают. То есть, когда вы сводите гантели, ваши грудные мышцы будут работать. Приступаем. 20 раз на каждую сторону. По диагонали, потом на другую сторону. Раз. 2. 16, 17, 18, 19, 20. Отдыхаем немножечко. Вы обязательно должны чувствовать, с одной стороны вы будете чувствовать грудную мышцу немножечко больше с нижней стороны, а с верхней тоже ваши мышцы будут работать, но когда именно гантелька под низом, вы будете чувствовать именно вот эту сторону. Теперь меняем и делаем 20 раз на другую сторону. Поехали. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Следующее упражнение, которое мы будем делать, это будут такие же сжимы, если я правильно произношу, только мы будем это делать наверху. И опять ваши грудные мышцы будут сходиться, вы должны их зажимать каждый раз, когда гантельки подходят вместе. Цель тренировки – это проработать грудные мышцы со всех сторон. Как вы знаете, я всегда вас учу прорабатывать все мышцы со всех сторон, только тогда они смогут подняться. Значит, так, 20 раз, и мы будем делать такие же сжимы наверху. Поехали. Раз, два, три. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Следующее упражнение, которое мы будем делать то же самое, только снизу. Также будет 20 раз. Каждый раз, когда сходят гантельки вниз, вместе вы должны сжимать ваши грудные мышцы. Как вы можете заметить, что мои грудные мышцы тоже работают, и вы должны обязательно сжимать ваши мышцы. Значит, так, тоже 20 раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И последнее упражнение, которое мы будем делать в этом комплексе, это будут 3 широких отжимания, а после я буду вставать на коленочки и делать 3 вот таких вот зажатия, используя вот эту часть моей ладони. То есть сначала покажу, как все это выглядит, а потом мы приступим. Можете либо отжиматься с колен, либо, если вы уже сильные и более продвинуты, можете отжиматься по обыкновенному. Отжимаете, конечно же, ваш пресс. Руки намного шире, чем плечи. Здесь вы будете делать отжимание. 2, 3. Конечно же, также зажимая вашу грудь. Потом будете вставать на коленочки и будете делать такие же 3 сжимания, так как используете эту часть ладони. Будете делать 1, 2, 3. Эту комбинацию мы повторим 6 раз. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Сжимайте ваши грудные мышцы. Раз, два, три. Раз, два, три. Это был второй раз, мы делаем еще 4. Раз, два, три. 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 И последний раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь вы повторяете всю эту комбинацию еще один раз. Все вместе должно получиться в два круга. И на этом мы закончим первый комплекс. Для второго комплекса мы немножечко меняем стиль упражнений, чтобы затронуть также другие мышцы, сторонние мышцы груди. И эти упражнения будут немножечко похожи на первое упражнение, только выполнение будет немножечко по-другому. И как вы увидите, что здесь будет меняться совершенно, как мы ставим наши гантельки. Первое упражнение нашей гантельки будет идти сверху вниз, вместо по диагонали, как это было в прошлом комплексе. И потом также сначала будем делать на одну руку 20 раз, потом менять и делать на другую руку 20 раз. Поехали. Обязательно сжимайте ваши мышцы, грудные мышцы. Локти чуть-чуть согнуты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 20. Меняем в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В следующем упражнении мы будем ставить наши руки, вытягивать наши руки немножечко вперед. Как вы знаете, в прошлом комплексе мы делали одно упражнение наверх, одно упражнение внизу. Здесь ваши руки будут посередине и немножечко также согнуты в локтях. 20 раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Следующее упражнение в этом комплексе. Мы будем также сводить гантельки, только руки будут согнуты, и они будут чуть-чуть вот так вот наверху. Вот в такой позиции я буду держать руки. Также будем сводить гантельки вместе и зажимать грудные мышцы. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 15, 18, 19, 20. И для последнего упражнения в этом комплексе вам понадобится вот такой вот фитбол. Если у вас нет вот такого фитбола, то вы можете просто использовать скамеечку. Также будем использовать наши гантельки. Ложимся на мячик и складываем наши гантельки вот так вот, чтобы они помещались в руку. Зацепляем, будьте очень осторожны здесь, я вас прошу. Зацепляем вот так вот руками, делаем вот так. Здесь показываю сначала один раз, потом мы повторяем 20 раз. Здесь вы будете лежать на мячике. И здесь у вас будут уже согнутые локти. Вы будете притягивать гантельки вниз и сжимать грудные мышцы. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20. После этого вы повторите весь этот комплекс еще один раз. Вместе у вас должно получиться 2 раза. И на этом мы заканчиваем второй комплекс.